Офигеть. Так. А вообще вперед. Ну и поедем вперед. А это интересно, что это такое. Ой, еще скажите мне, что через это пройти нельзя. Да, здесь ни единого охранника. Зачем охранить такие ворота, если через них все равно никто не пробьется? А ну-ка сюда подойдите. Господа, как пройти в библиотеку за теми воротами? Нормальца, ваншотики пошли. Что это за гребаный Властелин колец? Я по-любому с помощью какой-нибудь глюка через них переберусь. Вот здесь, например. Эть! Высоковато. Эть! Надо было ловкость качать, чтобы прыгать на 30 метров в высоту. Да вон там подъем есть, я вижу его. Невооруженным глазом. Но если там спуск, это уже другой вопрос. Ну давайте попробуем подняться. Я чувствую, моя лошадь сейчас опять застрянет, и все. Это все, чего я добьюсь в попытке пересечь эту стену. А нахрена мне тогда квесты дали за этой стеной, если туда нельзя пробраться? Ну вообще, я так думаю, что можно. Сейчас проверим. Так, что-то здесь горка выглядит покруче, чем снизу. Какой голубой травы? Какая пещера? Идите в задницу своей пещерой. Так, отлично, здесь воздушная стена. Что это за пещера? Ну давайте следим, посмотрим. Какой голубой травы? Это кусок какого-то дерьма, а не голубой травы. И вообще это не пещера. Или вход в пещеру с другой... Что? Зачем эта локация, если в ней ничего нету? Волков бы сюда хотя бы что-нибудь напихали. Но я не думаю, что с другой стороны вход в эту пещеру. Так, лучше свалите нафиг. Конечно, там ничего нет. Я чувствую, что я сейчас сдохну по какой-либо причине. Меня там завалит медведь, например. И я возражусь на точке возрождения за воротами. Скорее всего, так оно и будет. Но я что-то подыхать пока не намерен, поэтому... Придется отложить коварный план проникновения за барьер. Что это такое? Крапчатый мухомор. Крапчатый или крапчатый? Крапинка, крапчатый. А, в жопу. Где моя лошадь? Вы ее съели, что ли, уже? Забирайся. Ну и что здесь делать? Здесь дорога. Угу. Да я так и знал. Так, куда я? Давайте посмотрим, что там за дорога. Ведет прямо через этот барьер. Надеюсь, что никаких препятствий на ее протяжении мы не встретим. Иначе я здесь застряну надолго. Ну а как открыть, если никто не стоит перед этими воротами? По-любому открыть это нельзя. И вообще это сооружение, наверное, не действует. А, ну это, наверное, раздел двух территорий. Скельдена и Карги. Хотя они не настолько давно воюют, чтобы построить такую стенищу. Ну вот и пересекли. Хорошо, что заметил. Ведь мог бы и не заметить. Так, а где мое очко опыта? Нигде. Уроды. Так, может быть, с этой стороны кто-нибудь стоит? Ну, конечно, кроме разбойников, нифига. Ну, давайте, подходите. Нифига себе! Нифига себе! Кретины, твари, говнюки. Поговори, не... А сказать, что вы обознались там, нет? Нет? Никто ничего не обознался, что ли? Офигеть, у меня еще и жратва закончилась, по-моему.
Так, ты лучник, иди вообще в задницу. Тебя на банкет не звали. Вот так вот. Веселый ваншот! Господа, я из-за границы. Я ваших манер этих не понимаю. Возможно, у вас такая манера приветствовать, но... Меня она как-то не очень, знаете ли, по душе. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Надо этого лучника скосить. Встал тут, смотрит. Я здесь не... А, я еще... Как я ненавижу, когда остается настолько мало здоровья, что думаешь, что ты умер, а на самом деле ты не умер. Где я? Попробуй сказать, что я опять с той стороны стенки, с которой быть не хочу. Нет, походу я еще дальше. Конечно. Ладно. Будем отстаивать свою честь. Точно очко опыта не дали? Я там портал активировал. Мне казалось, что я выполнил еще один ачивмент, за который дают обычные очки опыта. Здорово, блин, отыграюсь на тебе. Почему ты промахиваешься? Упырь. Тебя будет звать упырем, промахнувшимся по вепру. Тебе оно надо? Так, гром откуда-то здесь еще? Ну, что это за напасть такая? Ладно, громов-то я не боюсь. Это не те дикие разбойники, которые я только что убил. Их-то я вообще ваншочу практически. Еще немножко урона подкачать, и будет нормально. Так, братец, меч. Ну это для крафта, я так понимаю. Так как мне некуда все это девать, придется попрощаться с этим лутом. А было бы интересно что-нибудь скрафтить, я думаю, что у меня не будет ничего. Из ингредиентов, даже если я что-нибудь найду. Какой-нибудь станок, где можно скрафтить себе вооружение. Да ладно, у вас даже лагеря не было, неудачники. Стоят здесь. Непонятно зачем. Либо это раздел двух территорий и двух государств, либо это совсем дикая территория, на которой вообще никто ничего не контролирует. Склоняясь ко второму уже, потому что заслонки, которые поставлены громами, это что-то новенькое. Бачка, так это было больно. Да-да-да. Упс. Упс. Не то. Хотя, не помешает. Ах ты, тварь. Иди сюда. Я вас в одном месте видал. Иди разбирайся с лучниками. Какого черта ты такой кретин? Откуда у тебя такой трезубец крутой? Это, видимо, вилла, прокачанная в West Coast Customs. Почему нет монитора, урод? Зажидели, да? Тебе зажали? Да какого хрена? Эти лучники... Я их в печенках видел. Пошел ты, alive. Сейчас ты будешь die. Dead. Ну, в общем, вы поняли. Я заколебался бегать туда-сюда, я даже лошадь свою потерял. Чё-то как-то неудачно. И эта фигня, кстати, она вообще ничего не делает, не дамажит. Надо обратно это поставить. 108... Какие 108... А! Так, так, так. Вот, 300. Тему о трактористе. Ну давайте, гад, дубль 3. Гребаные лучники, а? Честно, заколебали. Yes. Эти лучники просто заколебали. Bandits. Ну? Ну наконец-то. Так. Скелета стреляй, урод. А ты бей скелета трезубцем. Нахрена ты трезубец купил? Бей скелета трезубцем. Иди сюда, урод. Я урою тебе, урод. Хана тебе, тварь. Убегать тут вздумал еще. Я крут.
Да что у них? У них тупая броня, я их полчаса завалить не мог, хотя этого я завалил довольно-таки быстро. Красная красота. Почему не красная краснота? Было бы еще круче. Не, ну стрелы у него нормальные такие. Поэтому он мне вышибал все. Весь дух. У этого тоже, ну, смешно. Ну, посмотрите на его броню, посмотрите на его нормальное оружие, ладно. Но броня у него, ну... Сколько у него здоровья, запас должен был быть. Так, перчатки еще более крутые. Но без бонуса ко взлому. И без бонуса к силе воли, кстати. Колчан великолепия. Дробящее оружие, кстати. Как раз то, что нужно, чтобы выкинуть вот эту фигню. Ну какого черта? Даже хп-шное зелье уже не влезает. Ну, о чем тут может быть речь? О какой комфортной игре? Ну? Давай, говнюк, продуцируй, ну? А, тварь позорная. Почему у разбойников нет отмычек? Давай, у тебя будут отмычки, я в тебя верю. Let's have a look. Говнюк ты. Желтая красота, отлично. Еще лучше. Что-то гепатитом попахивает. Броня все та же фигня. Аметист есть. Что я с собой? А, я с собой ношу нехилые такие. Прибамбасы. Бычку давай! Бонус защиты от физического урона 149. Мне интересно. Да, лут у них полная фигня. В плане брони, в плане вооружения. Ну, в плане вооружения более-менее, но тоже. Поздновато мне это носить. Ничего такого крутого нету. Тоже фигня. Ничего подходящего к моей экипировке также нету. Какая-то зеленая таска. Ну вот, 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 вот. Вот, вот что-то. Уже что-то. 127. Так, это фигня. Остался ты, товарищ. Сокол. По-моему, только что это выкинул. А чё без перчаток? Так, а у этого парня перчатки, они не подходили к моим случайно? Или сапоги? Сапоги я хотел спросить. Или у тебя перчатки были? У кого что там? Я запутался. И этого, по-моему, еще не осматривали, да? Фигня. Ну, так себе. Ну, так себе. Фигня. Точно отмычек никого нет? Да, у этого тоже нет отмычек. Ну, что такое-то? Где у них все отмычки? Я не понимаю, как разбойники могут ходить без отмычек? Ладно, я надеюсь, что в пещере мы найдем пару отмычек. Вернемся уж сюда. У меня ничего такого не достиглось там. По скиллам, может, что прокачать. Ладно, погнали дальше. Мне сейчас налево. Второй поворот. Главное не попутать. Сюда, по-моему. Да.